Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство TCL-10 Tab Max. И сейчас я покажу вам, как на данном устройстве сделать сброс настроек приложений. Для этого мы открываем приложение настройки, проходим в самый низ, выбираем «Система», выбираем «Заводские установки» и нажимаем «Сбросить предпочтение приложений». Нажимаем «Сбросить», и таким образом все это дело будет сброшено. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.